Кума гуляет в саду, он эти ветки ломает, опустился и ломает ветки. Да, Ромчик? Ну, залазь, Ром. Куда дальше пойдешь? Рома упал с шелковицы, прям слетел только что. И вот уже теперь внизу хочет залезть обратно, но не хватает веточек. Ром, тебе спустить ветку, за которую ты схватишься? На, вот веточка, Ром, держи. На, вот веточка. А зачем ее? На, держи ветку, залазь на нее. Вот, вот. Видите? Ну, хочется ветку, чтобы залезть назад на шелковицу. На, вот еще, Ром. Держи еще ветку тебе. На, держи. Вот еще одна ветка. Давай. Хочешь еще? На, на, еще веточка. Не кусайся. На. Сейчас как спружинит Ромка и улетит. Вот так, на шелковицу назад поднимается. С трудом, конечно, но поднимается. Ой, упал. Ром, ты упал. Никак. Вот так, Рома, вверх по шелковице лезет птица. Так, как он будет выбираться, интересно. А вот так, Рома, вылез, да? Вот так, вылез, Рома, да? На шелковицу опять. Ромка вылез, на шелковицу. Вот так. Ромочка. Все, герой выбрался, да, Рома, из засады. Выбрался? Ром, малыч, вылез. Вылез. Ну все. Скажи пока. Ром. Ром. Молодец, птица. Будь здоров. Все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Да, Ром?